вот какой к вам вопрос, в частности, связанный с вашим недавним интервью «Европейской правде», «Украинской европейской правде», где вы, в общем, достаточно пессимистически высказались относительно перспектив Минского процесса. Уточните, пожалуйста, вы действительно считаете, что Минский процесс зашел в тупик или заходит в тупик? Линас. Да, я слышу. Я не говорил, что зашел в тупик. Я просто оценил реалистически, как, на мой взгляд, он проходит. И то, что Минские договоренности не выполняются, я об этом сказал. И сказал, где ключ от решения, по-моему. Так что тут я не слышал, вообще-то, кто оценивал бы оптимистически этот Минский процесс, с другой стороны. Ну, вы знаете, вот приезжали ваши коллеги Штайнмайер и Эро и сказали хором, что никакой альтернативы Минским договоренностям не существует. Ну, так все так об этом говорят, но главное, как мы это воспринимаем и как мы понимаем. Я думаю, что тут нужно не только читать эти договоренности, кстати, читать это во множественном числе надо бы, поскольку я чувствую тенденцию, что упоминается иногда только Минск-2 почему-то. Есть весь пакет Минска, и он должен выполняться. И надо смотреть не только в букву, но и в суть, здравый смысл, в конце концов. И те, которые говорят, что сначала давайте принимайте какие-то решения, а потом придет деэскалация, потом будет улучшение ситуации безопасности. Вот этого я не понимаю. Об этом я и говорил. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, вот тем не менее, что многие европейцы сейчас очень хотели бы любой ценой продемонстрировать прогресс на Минских переговорах для того, чтобы потом закричать «Ура, ура!» можно начинать ослаблять или отменять санкции против России, в то время как реального прогресса нет. Линас. Очень хороший вопрос вы задали. Да, такие существуют. Тоже чувствую, что очень хочется, чтобы был прогресс. И мне хочется, и вам, наверное, хочется. Но надо оценивать ситуацию, как она на самом деле происходит. Реально смотреть, а не как-то как иллюзиями себя руководствовать. Так что те, которые так говорят, ищут какие-то причины, это понятно. Но если ищут предлог, то это уже непонятно. Ну хорошо, а как вы видите себе ситуацию сами? Ну как, мы видели и чувствовали, было какое-то такое относительное улучшение, было даже, можно сказать, какое-то перемирие, но сейчас последние сутки и последнее время мы каждый день получаем какую-то информацию о раненых, о обстрелах, около полсотни, как уже норма так становится, так назвать перемирием очень сложно, тем более, что мы не видим безвозвратных процессов, если мы говорим о каких-то отодвижения, скажем, тяжелого вооружения от линии соприкосновения, так этого не происходит. Мы видим только передислокацию. В том числе мы мало кто говорит, вообще-то об этом говорилось раньше чаще, о технике и вооружении, которое находится, российской технике и вооружении, которое находится в самой территории Украины, и военнослужащие в том числе, которые могут быть активизированы в любой момент. Так что безвозвратности вот этой ситуации нет, и этого не видеть нельзя. И все-таки ключ от решения вопроса, во-первых, находится все-таки в Москве. Мы не должны забывать, кто в этом конфликте является агрессором, а кто является жертвой. А как воспользоваться этим ключом? Ключом воспользоваться надо найти замок, найти дверь, в конце концов. Пока мы по разным азимутам ходим, по-моему, иногда понимание выполнения тех же Минских договоренностей тоже по-разному. Если я слышу, опять же повторюсь, с какой-то стороны, что сначала, скажем, надо принимать, ну, проводить, скажем, выборы Донецкие, Луганские. Мы все желали бы, чтобы были эти выборы. Но сказано, что они должны проводиться по украинским законам. Тогда возникает вопрос, как можно проводить на территории выборы по украинским законам, если нет даже признака присутствия Украины ни в какой форме. Я не говорю уже про наблюдателей, которых там меньше, чем российских танков.
Так вот про это и речь. Значит, надо нам разобраться, о чем мы говорим. О реальном улучшении ситуации или о какой-то теоретической, которое руководствуясь иллюзиями. Вы заявили, что, по вашей информации, Российская Федерация даже проводит на территории Донбасса военные учения. Это действительно так? Ну, кого-то может удивлять, если находится военная техника, если находятся военнослужащие, они как-то должны, наверное, и присматриваться этой техникой, и, конечно же, должны какие-то учения проводиться, естественно. Не в этом главное, главное в том, что мы об этом меньше говорим, и почему-то. А все-таки надо в совокупности оценивать ситуацию и ее оценивать реально. Я еще раз повторю, мы все хотим улучшения и прогресса, это естественно. Но оценивать ситуацию надо трезво и реально, как она на самом деле происходит. Скажите, пожалуйста, господин министр, вы сказали о том, что Россию нужно признать стороной в конфликте. Я правильно вас понял? Ну, я думаю, что иначе трудно воспринимать то, что, вот, кстати, хорошо, что вы напомнили, вот этот фактор, что страна, которая начала агрессию, у которой все-таки есть ключ от решения проблемы, себя не считает стороной конфликта, тоже ничего хорошего не обещает по поводу решения этого конфликта, я так считаю. Ну хорошо, а как этого добиться? У всех, наверное, возникает вопрос. А как добиться, чтобы вот в этом самом минском формате... Россия сама согласилась быть стороной конфликта, а не как бы наблюдателем или гарантом? Добиться сложно, поскольку я не слышал в последнее время, чтобы Россия делала, как-то признавала публично, что делает какие-то ошибки. Или, скажем, ну, хотя были признания по поводу Крыма. Сначала говорилось, что там российские военнослужащие ни при чем, а потом было открыто сказано, что они все-таки при чем. Так, есть такие примеры, но все-таки в основном не признаются такие факты. Так что и тут я тоже каких-то иллюзий не имею. Но очень важно, чтобы мнение всего международного сообщества было более-менее как бы руководствуясь фактами, а не такими иллюзиями и каких-то желательными какими-то сдвигами ситуации, которые на самом деле не происходят. Значит, нам нужно больше информации с первых уст, нам нужно больше фактов. Очень важно, чтобы было больше фактов. И, конечно же, нельзя делать самим ошибок. Надо, несмотря на то, что все понимают, что трудно давать советы стране, которая воюет, и которая в то же время должна делать реформы, но никто за эту страну реформы сделать не сможет. Никто не сможет бороться и с коррупцией, и с протекционизмом, и другими моментами. Тут время уже не на стороне страны. Так что, несмотря на эти сложные ситуации, все равно нельзя делать ошибок, и нельзя создавать такого впечатления, что нет политической воли продвигаться вперед. По-моему, эта воля есть, и, кстати, обязывает, этой воле обязывает и те вложенные силы в эту борьбу до этого и, по сути дела, и результаты, которые тоже есть, они несмотря на все, несмотря на все внутренние напряженности, все-таки они есть. Только надо их завершить, эти труды, какими-то результатами, которые дали бы качественные перемены. Хорошо. Скажите, пожалуйста, господин министр, сегодня у нас годовщина начала российского вторжения в Крым. И в этой связи у меня вот какой вопрос. Лично я, наблюдая за теми процессами, которые происходят на международной арене в рамках вот попыток политического урегулирования, не могу избавиться от ощущения, что тема Крыма все время выводится за скобки. Может возникнуть такая ситуация, что с Россией начнут снимать санкции или ослаблять санкции в случае какого-то прогресса на минских переговорах? Продолжая крымский вопрос выводить за скобки. Линес. Ну, нет, может, такая иллюзия может сложиться, но, по сути дела, нет никаких аргументов, нет никаких правовых аргументов, чтобы, если мы будем себя, конечно, вести последовательно, что не всегда бывало, но давайте посмотрим причины введения санкций. В середине марта мы будем пересматривать индивидуальные санкции, которые, кстати, введены не из-за минских договоренностей, а введены потому, что было нарушено суверенитет и территориальная целостность Украины. Эти причины не удалены, значит, автоматически санкции должны как минимум продлеваться, а может быть даже расширяться, что, конечно же,
очень трудно об этом даже и рассуждать. А в летом мы будем рассматривать экономические санкции, которые завязаны на Минские договоренности. Мы только что обсудили, что эти договоренности тоже не выполняются. Так что причин таких логических или правовых аргументов изменения позиции нет. А по поводу Крыма, тем более, мы должны заполнить вот эту политику непризнания аннексии Крыма очень конкретными последствиями политическими, экономическими, дипломатическими, и мы об этом говорим. Если об этом реже упоминается, то не надо так воспринимать, что эта проблема не существует. Мы эти вопросы поднимаем, и, кстати, Литва это очень активно тоже делает. И не только в этом контексте, но и, скажем, по поводу ущемления прав меньшинств, особенно татарского населения, что как раз вот в годовщину оккупации Крыма еще усилилось этот натиск, скажем. И эти вопросы мы будем поднимать, как раньше это делали в Совете Безопасности ООН, так будем делать в ЮНЕСКО, в любых других форматах. И это не будет как бы игнорировано. Последний вопрос, позвольте, господин министр. Вот вы заявляете, что по состоянию дел на сегодня вы категорически против снятия или ослабления санкций против Российской Федерации. Мы знаем, что решения в Евросоюзе принимаются консенсусом. То есть, да. Условно говоря, если один против, то решение не принимается. Это относится к вопросу о снятии санкций? Предположим, если Литва скажет нет, мы против снятия санкций, значит, снятия санкций не будет или как? Линос, на самом интересном месте, мы, кажется, потеряли связь. Зависла связь, да. Меня не слышите? Нет, вот теперь мы вас слышим. Вы слышали? Если я могу повторить, что алгоритм немножко наоборот. Как раз нужен консенсус для того, чтобы продлить санкции. Если хоть один голос против, так они не будут продлены. Так что тут ситуация не так уж проста, но это не будет менять наши точки зрения и оценки. Просто надо вести себя последовательно, а какой будет результат, мы увидим. Ну что ж, спасибо большое. На связи с нами был министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. Он отвечал на вопросы нашей программы.